Всеслав Брячеславич родился около 1030 года. Летописцы рассказывают, что он родился от волхвования, то есть при участии колдунов. На голове новорожденного было загадочное пятно, которое должно было быть закрыто повязкой до конца жизни. В 1044 году Всеслав унаследовал Полоцкий трон. Первые 10 лет правления Всеслав Полоцкий жил в согласии с князьями Ярославичами и даже совершил вместе с ними поход на турков в 1060 году. Затем он боролся за независимое от Киева положение Полоцкого княжества, куда входил и город Минск. Всеслав воздвиг собор Святой Софии, чтобы доказать миру равенство Полоцка с Киевом и Новгородом, где такие соборы были построены раньше. На основе биографии Всеслава складывались легенды и былины. В восточнославянском фольклоре полоцкий князь предстает как богатырь и волколак, колдун, принимающий звериный образ. Всеслав правил необычайно долго и умер в 1101 году, похоронен в Полоцке.